турецкие актеры являются одними из самых популярных и красивых во всем мире. Многие из них состоят в длительных отношениях, однако не спешат официально вступать в брак. Мы решили собрать подборку самых завидных женихов турецких сериалов, которые предпочитают оставаться холостяками. 25-летний Мерт Рамазан Демир влюбил в себя зрителей по всему миру после премьеры сериала «Ялы Чапканы». В настоящее время Мерт является одним из самых востребованных актеров Турции. Также Мерту поступают многочисленные рекламные предложения. Еще год назад в интервью изданию Vogue актер признавался, что не верит в любовь и предпочитает просто проводить время с людьми и узнавать их, не разбрасываясь громкими словами. Однако в июне 2023 года стало известно о том, что Мерт и его партнерша Афраз Арачоглу встречаются в реальной жизни. Турецкая пресса активно распространяла снимки папарацци, заставших Мерта и Афру на совместном отдыхе в романтической обстановке. С тех пор возлюбленные ни разу не появлялись на публике в Турции вне съемочной площадки. Также Мерт не комментирует свои отношения. Burak Deniz является одним из самых популярных и харизматичных актеров Турции. Несмотря на то, что Бураку всего 32 года, он уже успел сняться в многочисленных сериалах и фильмах для различных платформ. Бурак является одним из самых востребованных актеров Турции. Его приглашали и в несколько иностранных проектов. Бурак уже снимался в одном итальянском сериале и получал несколько приглашений из Индии. Однако из-за плотного графика вынужден был отказаться. Бурак также является амбассадором мировых брендов, как Prada и Valentino. Что касается личной жизни, то актер часто признавался, что не верит в долгосрочные чувства. Любовь – это особенное чувство, заставляющее трепетать все внутри. Но оно когда-нибудь закончится, как заканчивается все в этой жизни. Поэтому я считаю, что испытывать любовь – это как прыгнуть с парашютом. Как прыгнуть с самолета или с какого-то высокого здания. Когда ты прыгаешь, ты получаешь удовольствие, но в конце испытываешь боль, отмечал артист. При этом первые известные отношения Бурака Дениза продлились 3 года и считались образцовыми. Актер встречался со своей коллегой Бушрой Девели. В настоящее время сердце Бурака свободно. 36-летний Чаглар Эртугрул влюбил в себя девушек по всему миру после роли идеального мужчины в сериале «Госпожа Фазилет» и ее дочери. В отличие от своего героя, в жизни актер является очень веселым и энергичным человеком. Чаглар не любит афишировать свою личную жизнь. По словам актера, он верит в класс, поэтому не выкладывает фотографии со своей возлюбленной и с членами семьи. Однако известно, что Чаглар состоит в отношениях со стилисткой Кайлой Манукян. Несмотря на это, актер выступает против брака. «Я воспринимаю брак как деловой контракт. Если два человека любят друг друга, то этого достаточно. Мы узакониваем наши отношения с муниципалитетом. Людям не обязательно вступать в брак, если они любят друг друга», – отмечает Чаглар. Aras Bulut İynemli является одним из самых талантливых и значимых актеров Турции. Арасу всего 33 года, но он уже успел сыграть в культовых проектах. Первую мировую популярность актер получил благодаря своей роли в сериале «Великолепный век». После премьеры фильма «Чудо в камере номер 7» на онлайн-платформах актеры начали благодарить за роль даже такие мировые звезды, как Неймар. Последние 2 года Арас был занят съемками в новом фильме про основателя современного турецкого государства Ататюрк'а. Проект является самой масштабной и ожидаемой премьерой года в Турции. Aras уже давно превратился в любимца девушек по всему миру. Однако Aras ведет непубличный образ жизни и предпочитает не появляться на различного рода мероприятиях. Папарацци практически не удается поймать Араса вне съемочной площадки. Актер 7 лет состоял в отношениях с актрисой Беги Онал. Однако год назад пара рассталась. По сообщению источников, отношения Араса и Беге закончились из-за нежелания актера создавать семью.
33-летний Чагатай Улусой является настоящей звездой в Турции. Из-за своей внешности и успешной карьеры модели Чагатай сразу же получил главную роль в одном из самых популярных турецких сериалов «Аденефер Хакойдум». В 21 год Чагатай уже обрел огромную популярность, став самым востребованным актером Турции. В фильмографии актера нет ни одной провальной роли. Все сериалы и фильмы с участием Чагатая становятся хитами. В графике актера нет ни одного свободного сезона. Чагатай сыграл в многочисленных проектах Netflix. Скоро актер вернется на телевидение после 6-летнего перерыва. Также в течение года на онлайн-платформе Netflix состоится премьера 2 фильмов и 2 сериалов с участием Чагатая. Актер ведет очень скрытный образ жизни, изредка появляясь на премьерах собственных проектов. Известно, что в настоящее время сердце Чагатая свободно. Актер полностью сосредоточен на своей карьере. 36-летний Керем Бюрсен является одним из самых завидных женихов Турции. Несмотря на то, что актер хочет создать семью и стать отцом, ему не везет в любви. Керем несколько раз состоял в длительных отношениях, однако так и не женился. В настоящее время Керем полностью погружен в свою работу. Актер стал лицом Turkish Airlines. Рекламная кампания с участием Керема побила все рекорды по просмотрам и популярности. Также актер скоро примет участие в съемках 2 зарубежных сериалов. При этом Керем не забывает и о своей продюсерской компании. В настоящее время сердце актера свободно. Однако Керем продолжает называть себя романтичным человеком и верить в любовь. Актер отмечал, что брак родителей является для него образцом. Однако он хотел бы иметь такие же отношения, как у его бабушки и дедушки. Керем также отмечал, что любовь никогда не может потерять актуальность. Любовь – это самое сильное чувство, которое можно испытать. Вот почему о любви пишут рассказы, о любви пишут песни и стихи, рисуют картины с самого начала существования человечества. Мне будет трудно найти такую любовь, как между моими бабушкой и дедушкой, но все возможно. Джан Яман продолжает оставаться одним из самых завидных женихов Турции. 33-летний актер имеет огромную популярность не только в своей стране, но и за пределами. Более того, Джана в данный момент любят в Италии больше, чем в Турции. Актер вот уже несколько лет не живет у себя на родине. Джан снимается в итальянских сериалах, а также в коммерческих проектах мировых брендов. В 2017 году актер в одном из своих интервью заявил, что не является человеком любви. Может быть иногда романтичным, но абсолютно не помешан на этом. Также Джан заявил, что избалован вниманием со стороны женщин. Актер отметил, что у него не хватает терпения в отношениях. На вопрос о том, верит ли он в любовь, Джан ответил: «Я не верю, что любовь и дружба предназначены для всех. Если любовь и существует, то точно не для всех». Актер заявил, что очень свободолюбив, как и все скорпионы. Джан отметил, что ему нравятся элегантные женщины, которые ведут себя как леди и не сидят без дела. Актер не спешит заводить семью и сосредоточен на своей карьере. Мы рассказали о самых популярных и завидных холостяках из мира турецкого кинематографа. Пишите в комментариях свое мнение. Спасибо за просмотр!